Сегодня мы приехали в Каневскую, сегодня будет здесь много батюшек, здесь будет большой епархиальный крестный ход, который возглавит наш правящий архиерей, владыка Павел, епископ Ейский Тимошевский. А сначала будет вечернее богослужение, потом будем идти от храма, сейчас покажу храм вам в дальнейшем, огромным количеством священников и паломников к источнику Параскеве Пятницы. Вот такие у нас епархиальные события. Сейчас заканчивается все наши наблюдения, и скоро мы уже пойдем к крестным ходам. Такой замечательный крестный ход будет. Вот такой у нас замечательный крестный ход епархиальный в честь памяти и в день памяти Святой Параскевы Пятницы прошел, который возглавил наш правящий архиерей. Я был рад, что вы посмотрели наш крестный ход, побывали немножко так виртуально с нами. Но надеюсь, вы и также по возможности приедете. Каждый год этот епархиальный крестный ход проходит. Ну, конечно, вот из-за ковида отменяли, но опять возобновился. Храни вас Господь и молитвами Святой Параскевы Пятницы. Господи, спаси наши души. Аминь.